Почему КПРФ за прямые выборы мэра? Потому что мы за власть народа, потому что мы за прямую ответственность мэра перед горожанами, а не перед группой депутатов. Потому что мы против мусора, бездомных собак и плохой работы общественного транспорта. Решение этих вопросов – прямая обязанность мэра перед жителями города. Но понимает ли это мэр города Кызыла, которого не выбирал народ? Очевидно, не понимает. Иначе проблемы решались бы. На этот вопрос есть ответ. Прямые всенародные выборы мэра. Присоединяйтесь к коммунистам. За чистый и безопасный город. За ответственную городскую власть. За власть народного мэра.